Хати! 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 Если ты счастливый песик, скажи гав. Молодец! Ко мне, давай! Давай, давай, давай! Хати! И ты здесь! А я было к тебе сунулся, да чувствую, засада там. Я чувствую. Да, мне так тоже нравится. Да, девочка, седлай меня, хорошо? Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Все? Дай пять. Молодец. Катя взял привычку с кота. Ну, в смысле, с кошки, либо с кота, неважно. Ну, короче, он... Последнее время стал вот так ложиться, отдыхать. Особенно он, когда наиграется, набегается. Вот, ему, видимо, очень жарко становится. И он полностью так раскладывается наполовину под диваном. Ну, насколько это возможно. Все-таки он не маленький. Да, Катюша? Тюстюль! Ты набегался, ты наигрался. Ну и что такое лицо сделал грустное? Что такой печальный? Не хотел кушать, папка заставил кушать, да? Теперь такой печалишь лежишь? У нас примерно 16 минут. Пицца замечательная. Прекрасная пицца. Я убью тебя, грязный Ларри. Ты что, магнит морозил? Ай! На! Ау! Получай! Ай! Получай! Здравствуйте. Я хотела вас поздравить с Новым годом. Вот. Хать, чуран, ё-моё. Да? Я ей говорю, она... Батя! Ну что, Хати, пойдем гулять? Ага, пойдем, скорее, батя, гулять, идем, батя! Интересно, где у нас Хати? Куда он спрятался? Агадагадагаду? По-моему, батя спятил. Собакам личного пути. В сегодняшнем выпуске поговорим о кастрации и реабилитационном периоде. Мы сделали Фионе операцию 2 года назад, поэтому постараемся рассказать об этой процедуре как можно более объективно. Прошу. Летить твою мать! Такой кадр запорол мне, Хать. Зашибись, еще письки свои стал. И ешь, говорю, свой корм доедай. Не хитри. Не надо такие глазки строить. Глазки-пуговки свои. Иди доедай корм. Понял? Когда ешь, потом приходи сюда. Давай, иди доедай корм свой. Давай. Свои глазки иди котеночку отдай назад, верни. Сейчас расплачется, по-моему. Хати, ты будешь свою любимую вкусняшку? Конечно, буду, батя. Но сначала нужно доесть корм. Хать, посмотри, дождик идет на улице? Проверь, пожалуйста. Смотри, есть дождик, нет на улице.
Ну как обстановка? Да нормально, он даже с сумочкой гуляет. Что, Хати? Нет, ничего, все нормально. Да, дождя нету, да, хорошо все.